Письмо пассажира затонувшего «Титаника» выставят на аукцион в Великобритании. Автор Александр Оскар Хольверсон, направлявшийся в Америку вместе со своей женой, которой, кстати, удалось спастись, письмо обнаружили в записной книжке владельца после того, как его тело доставили родным. Послание адресовано матери. В нем автор описывает еду и музыку на «Титанике», а также рассказывает о пассажирах первого класса. За этот лот организаторы планируют получить от 60 до 80 тысяч фунтов стерлингов. Напомню, лайнер «Титаник» затонул в ходе своего первого плавания в 1912 году после столкновения с айсбергом. Из более 2000 человек, находившихся на борту, погибли более 1500 человек.